Ну, потому что президент у них такой. Вот Зеленский, козел, еврей. А почему? Ой, что не так? Ну то, что он гребет под себя, а людей не, за людей, народ за людей не считает. А в чем это проявляется? В жадности. Из-за фашистов, елки, что-то мне понятно. Фашистов? Из-за американцев в первую очередь. А как? И британцы, два самых главных зла в мире уже давно. Это Британия, а конкретнее Англия. И Соединенные Штаты. Вот от них все беды в мире творятся.